общеизвестно, что полиэтиленовый пакет, а к полиэтилену относятся, в принципе, все тянущиеся пленки, они могут быть различные по микронам. То есть и пакетики-маечки, которые мы десятками получаем в каждом супермаркете, и очень плотные пакеты, вплоть до хозяйственной такой пленки, в которой там используются для создания теплиц, это все может быть переработано. А пакет в магазине мы используем 20-25 минут, и после этого выбрасываем его на сотни лет. То есть вот нелепость вообще этой ситуации нужно еще осознать. Мы не только вредим окружающей среде, потому что, да, полиэтилены улетают, от них погибают птицы, рыбы, животные. Мы получаем их в свою пищевую цепочку, мы уже фактически едим. Почему? Потому что микропластик, попадая в организм рыб, моллюсков, попадает в наш организм. Поэтому это нужно останавливать. Ну а второй момент, что в Украине отсутствует рынок вторсырья, и наши предприятия покупают за границей. Почему? Потому что население все выбрасывает просто на свалку, где оно пачкается остатками еды, оно уже непригодно, то есть это абсолютно двойной вред. И в нашем государстве мусор, выброшенный, никуда не девается, он фактически остается в пространстве. Если в Швеции, в Германии, в Японии он перестанет существовать, из него сделают энергию, тепло, электричество, новые товары, которые вернутся к производителям, то у нас эти все кучи, вот мусор, они просто остаются, и Украина находится в глубочайшем мусорном кризисе. На сегодняшний день, к сожалению, государство и власть этим не занимается, поэтому мы все фактически находимся в ситуации, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И помимо того, что активное население, гражданское, очень хорошо, я уверена, поддержит эту инициативу, потому что мы можем сказать из своего опыта, люди хотят сортировать, люди хотят поступать правильно. Очень многих это беспокоит, что они выбрасывают мусор и понимают, что его дома нет, но где-то он есть. И было бы прекрасно, если бы многие представители бизнеса последовали вот этому примеру. Почему? Потому что, ну, одни люди, волонтеры, это все хорошо, когда уже подключается бизнес, это прекрасный сигнал и месседж, и надежда наша на перемены. Что касается возможности сортировки, то появляются и заготовители, и частные компании, которые предоставляют сервис сортировки. Да, да, к сожалению, на сегодняшний день это подвиг. Нужно где-то похоронить, нужно либо заказать себе сортировочную емкость, либо отвезти на пункт приема, либо мы запустили эко-маршрут в нескольких районах. Но вот поступить правильно, не допустить вот этой вот глупости. Дело в том, что вся Европа переходит на экономику замкнутого цикла, циркулярную экономику. А то, что мы покупаем что-либо и не думаем о том, как мы будем это выбрасывать, используем один раз, несколько минут, и потом отправляем на сотни лет, но здесь нужно задуматься о будущем наших детей, что мы им передадим, если продолжим так себя вести. Хотелось бы призвать сегодня своих, ну не знаю, коллег, не коллег, но вот одесситов, владельцев бизнеса или просто людей работающих, чтобы они всерьез подумали. На самом деле все не очень сложно. Если хочешь, можно делать. Например, я помню почти 20 лет назад, когда мы только начали работать, к нам пришла экологическая инспекция проверять выбросы. Очень удивились, что нет вредных выбросов, потому что у меня уже было оборудование немецкое, самое эко-исполнение, безумно дорогое, но по всем немецким стандартам оно все перерабатывало на себя, ничего не выбрасывало в атмосферу. А потом я показал еще акт об утилизации твердых отходов, потому что они тоже присутствуют в нашем мире. Они их немного на специализированном полигоне. И эко-инспекция очень убедилась, они вообще не знали, что это есть. Потом на меня обидели все коллеги, они все это выбрасывали на смарт, а это, ну, достаточно токсичные отходы. Я просто не понимаю. Стоит это, ну, в сравнении с ведением бизнеса, просто смешные деньги. Делать это не очень сложно, но делать это нужно. Таким образом мы подходим к решению всех вопросов. Если сегодня мы предлагаем, как бы, ну, выйти даже за рамки собственного бизнеса, а принимать полиэтилен у населения, тут же вопрос не коммерции, просто хочется очистить город. Если завтра в магазинах, там, каких-то ресторанах появятся емкости, которые принимать будут, не знаю, бутылки, железо, вот кое-где уже батарейки принимают, то есть процесс этот пойдет. Мы поможем стране, городу решить эту проблему.